Итак, вторая игра. Настя против Романа Загарова. 0-1. 1-1. 2-1. 2-2. 2-3. 3-3. 4-3. 3-5. Шесть-четыре? Семь-четыре? Нет, там я сравнял. 6-5, да, все, я пропустил. 6-5. 5-7, да. 5-8. 9-5. 9-6. Переграем? 6-10. 11-6. Первая партия. Выигрывает Роман. Вторая партия на подаче Роман 0-0. 1-0. 0-2. 0-3. 3-1. 4-1. 2-4. 2-5. 6-2. 7-2. 2-8. 3-8. 9-3. 9-4. Соплю. 5-9. 6-9. 10-6. 10-7. 8-10. 8-11. Выигрывает Роман 2-0.